Здравствуйте, зрители, я Ксения Собчак, и с вами снова шоу «Дом-2». Смотрели вчера? «Дом-2»? Я смотрела. Загадочная смерть старшеклассника в городе Мита. Он умер от того, что подражал свинье. Только не это! Еще два раза и будет 10. На чё это ты в экран пелишься, дворняга? Мне пофиг на характер, я хочу парня. В смысле, я хочу кого-нибудь, чтобы помогал на кухне. Слышь, понимай все правильно. А Максик? Что за вашу мать? Ну ладно, тебе не рыпайся, мы по-быстрому. Ой, остановись. Извините, я опоздала. Нифига себе. Мафую! Ну, пожалуйста, Макса, отжахай меня! Ни за что! Нельзя! Мозгопромывочная. Ну и? Сколько раз тебя дрюкали? Никто меня не дрюкал! Вот как, скукота. Буфера? Писька пропала! Это потому, что ты стал девушкой! Доброе утро. Всем доброе утро. Акизаки, звони в полицию. Мешок с дерьмом, чмо, жук навозный, блевотная сука мразь. Мешок с дерьмом, чмо, жук навозный, блевотная сука мразь. Слышь, братух, ты, кажется, не въехал. Чё? В школе у тебя есть я, дома еще 5 сестричек, и ты, сука, этим недоволен? Чё за глупость? Ты хоть, сука, догадываешься, сколько мужиков в мире хотели бы быть на твоем месте? Чё? Возьми меня! И меня! И меня тоже! Твою мать! Еще пи***е! Заткнись! Извини. Папана! Тык! Доброе утро. Дырочка. Их. Эй, ты чё, сука, делаешь? Эй, что тут за шумиха? Алло, это полиция? Почему ты всегда так быстро звонишь в полицию? Опять, сука, по бабам шатался. Что? Или мужикам? Нет же, я вообще-то... Кто эта сучка? Это же просто игра, да? Это сейчас не важно. Если у тебя есть кто-то другой, кроме меня, тогда... Такой братик мне... не нужен. О, точно, когда я очень счастлива, она сама по себе встает торчком. Лапу? Есть. Сидеть? Есть. Лежать? Есть. Апорт? Что? Что ты делаешь, брат? Что? Я не... Распускаешь руки? Какой мерзавец! Мей, ты где меня трогаешь? И прекрати! Люблю. Что это за вашу мать? А Макса, из какой дурки она сбежала? Я придумаю лучший комплимент. Ты так очень красива, макияж делает тебя лучше. Твои ресницы так вьются, как верблюд. Верблюд? Майка, сделай жест мира. Да, за работу. Шутку. Шоколад, шоколад. А я не набранный вами, номер ни хера не доступен, потому что только конченый идиот будет звонить богу с мобилы. Я вообще-то сохранил твой номер, долбанутый боженька. Пойду-ка ящик включу. О, и да. И сильнее, загоняй его глубже еще! Откуда порнуха в дневном эфире? Извините, можно поговорить? На самом деле... Погодите, почему... Полиция, звоните в полицию! Тревога! Да ладно! И шикарно, мы будем все вместе, мои шортики рулят! Твои шорты тут ни при чем! Битва, как ни считай, это все еще битва. И тебя понесло!